Сыграй со мной в игру, да. Это все ложь и клевета. Тут не может быть он переполнен. Твою бать. Ну, 17 из 18, сука, заходи. Подожди, пока до 16 дойдет. Заходи! Заходи! Ого, это что, мне столько опыта дали, что ли? Ну да, ты, а, ты там пока качаешься, да-да. Заходи! Откуда у меня юмпу с коллиматоркой? Заходи! Ну, пожалуйста! Сволочь. А, у меня супер обновление, супер обновление, супер обновление! О, 16 из 18, профит! Я 7-й, ура! Сервер переполнен! Ха! Ты шутишь! О, блин! Ну, количество игроков позволяет же, 17 из 18. Ну ты чё, зашёл? Ты зашёл? У тебя что, написано в чате, что я зашел? Нет. Что это за говно? Это такое эмоциональное напряжение, что у меня, не знаю, вся спина теперь болит. Охуеть. Я зашел на сервер. Achievement unlocked. Захвати цели, сейчас мы все захватим. Бежим вперед. Беги. Так, где тут был пулемет? А, привет, сука. Не ожидал? Да. Сдал он мне. Блядь, да как? О, я кого-то убил. Я ненавижу этот режим, потому что тут тотально мясо на одном месте устраивается. Угу. Про мясо точно сказал. Как я красиво полетел, конечно. Давай, 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 родненький, давай! Не успел. Да что ж за... Да, блядь, прыгай ты, мудила. Паркур. Я чуть ли... Я мог этот авиаудар захватить. Мне не хватило буквально миллисекунды там, не знаю. Я бы его захватил. Оп. Блядь, какого хуя никто не перелетело? О, так уже лучше. А, педрила. Прям в здании вот эта вот посылка. Это чтоб больше экшена было. Типа того. Взрывайся, сука! Притворимся трупом, притворимся трупом. Блять, граната! О, я себе пушку прокачал. Вот это хорошо. Здесь штуки три. Да, сука, экшен просто неимоверный. Блять, да тут люди умирают! Что здесь происходит? На, попал. А-а-а, я буду жить! I can fly. I believe I can fly. Даже не жалко, что я помер. Умри. Сильный дрон. Блять, да откуда, сука? Как всегда сзади. Злостные пидорасы. Админ здесь для мебели, да-да. А че из меня деньги падают, а не кровь? Это так, типа, для школьников сделано, чтобы не было рейтинг игры, там, плюс 18. Давайте сделаем, чтобы вместо крови деньги падали. Это типа, знаешь, это как пропаганда того, что мы типа честные разработчики Activision, мы не тащим из людей деньги, мы просто делаем каждый год одну и ту же игру. Просто нам нравится, это наше хобби такое, да? Мы не хотим никого обидеть, это просто наше хобби, мы хотим на хобби зарабатывать еще деньги. Это просто так. Какого херту с другую команду? Блять, да ебаный в рот, сука! Побежал прям под пушку, как лошара последний. Да мне насрать, что там приближается. Хоть, сука, Барак Обама там приближается. Блять, да откуда он взялся? Пидорас, хорошо, здесь... Ты здесь не пройдешь! Ты здесь не пройдешь! Я, конечно, видел эти машинки, но ебать она тасочная. Куда ты едешь, лошара? Ой, блядь. Ах, чёрт. Тварь. Ты за спецназ? Да. А за кого же еще? За каких-то ебаных морских котиков?
Так у меня, оказывается, парад. Супер. Блять. Don't fix it. Охуенно, да? Как я тащу прям. Не по дням, а по часам. Ема, тут мясо. Где мой чувак с этими, с ракетницами, да, вот он. А кто пулемет поставил? А, ну вам жопы, ребята. Идти в обход. Нормально. Блядь! Какого хрена? Я единственный, кто был на точке, меня единственного убили. Охренеть, как справедливо. Да ни хера это несправедливо. Ставлю турель. Ставлю Боюсь турель. Какого же... хуя турель не ставится? Я не знаю. Блять, что происходит? Что происходит? Что вообще происходит? Я бегаю с турелью, как лошара последний. Я с турелью, я всех убью. Убейте меня, да. Ой, я поставил турель после своей смерти. Охуеть. Ну и неудивительно. Итак, спасибо, что смотрели это видео. С вами был мистер Чейзер и Антон Фрэнк. Всем пока. Не забывайте подписываться, конечно же, и оставлять свои комментарии. Залез!